Мы приехали в музей утром, и хорошо, ну, есть, конечно, народ, вон там еще подъехал народ, но утром классно ходить в музей, можно и снять, и посмотреть, когда нет народа, толпы. А здесь, значит, представлены ретро-машины, и которые не представлены больше вообще нигде, они только здесь, в этом музее в Рино. Ну что, пойдемте посмотрим. А вход в музей стоит $15. Дети от 6 до 15 – $10. И сеньора, кто старше 62 лет и выше – $13. Нормальные цены, можно сказать, вообще просто копейки. Дети 5 лет – бесплатно. Ну и самый маленький, соответственно, тоже бесплатно. Билет действителен в течение дня, то есть мы можем сейчас посмотреть, уехать и вернуться обратно, и билет будет действителен еще. Ретро-карета, смотрите какая. Вот классно снимать, когда вообще нет народу, ну или хотя бы там несколько человек. Все можно посмотреть, рассмотреть, все снять, сфотографировать. 1892 год. Вот эта штукенция. Смотрите, вот там сидел человек. Чуть-чуть прям места мало для вот ног, чтобы управлять вот этим всем агрегатом. Ну, то есть человек явно должен быть стройный, худенький, потому что полностью здесь не поместится. И вот здесь сидели тоже люди, повозка. Вот видите, как это все выглядело. Это 1911 год, Максвелл. Вот это 1892 год.
Ну что, друзья, вот в таком музее мы с вами побывали. Я вам поставила подмузку, чтобы вы могли посмотреть, разглядеть, кому интересно. Это единственный музей, где собраны все вот эти машины в Рино. Больше таких экземпляров не собрано вообще нигде. Мне понравился, я люблю всякие ретро-машины. Всякие такие, знаете, даже мы зашли, был открыт павильон, где голливудские машины были.